Дед Морозик, Дед Морозик. Санта-Клаус. Мы пойдем к нему? Я, конечно, без багажа. Мне к Санта-Клаусу хочется. Санта-Клаус, дарлин, да. Maybe he bring something for us. We have many things already. Ну и что? Пошли. Может, мы тоже будем 10-миллионные пассажиры вдруг ненароком? Royal Life. Royal, Royal. О, игрушки. I think yes. Нам надо доместик. Ой, какая елка. Так, нам в другую сторону. Ну, у нас еще 3 часа. Давай глазеть. Глазеть хочу. Оленятки. Вот мы тут, да, да. Что они? Ага. Вот Саши Кумар Бхатнагар летит. 18:25. 3,5 часа тут гулять. Безобразие. И вот такими вот таким образом мы получаем посадочные талоны. Можно там у стойки, а можно вот через... Угу. Такие терминалы специальные. Ну, а их можно было бы попросить у окна. А здесь вот куда посадят, туда и посадят. Вот прям бездушная машина. Я надеюсь, она даст мне у окна местечко. Очень приятная неожиданность. Нам сказали, наш самолет задерживается на час, поэтому нам дадут завтрак бесплатный. Саша говорит, может, мы не будем этот бесплатный ланч брать. Я говорю, да ты что? Я говорю, мы так страдаем. Опаздывает самолет на час. Мы должны поесть бесплатно. Говорю, может, там кофе просто и кусочек кекса. Гоуфу ням-ням. Пошли. Пошли, используем свой извинительный талон за опоздание. Или что там? Стюардессы, красавицы. Вегетарианская тали. Только 430 и такс. Почти 500. Только, только. А монахи кушают. Кушают. Была бы, говорит, одна, ты бы ждала, плакала. Так долго проверяли, да. Мои эти электроник. I have from 20 years now. Вот, у него часы вот. Somebody present me in San Francisco. Кто-то ему подарил там в Сан-Франциско такие, говорит, 20 лет уже носит. Wow. Любит он хорошие часики, любит. У него часов много. I don't like leather. Почему не написано на часах цена? А продавщица говорит, мы здесь, чтобы говорить вам цены. Ну, там 10 тысяч средняя цена. Где, где? Вы, Ава? Ава Фуд. Они сказали идти прямо. Идти прямо туда. А как хорошо кофе пахнет. А Деды Морозы вон. Конечно. How you know? Откуда ты знаешь вообще? Что? А, Test of India. Вот куда нас послали. Хорошо. Сяду. Давай. Огласите весь список, пожалуйста. Что вот ты меня выгнал? Я, может, хочу сама выбрать. Ну, no,
кофе, но уйти. Только вот так, да. Не надо брать две, да, да, конечно. А воды можно было взять две. Ну, вообще. Я думала, там выбор есть. Я думала, ты лишил меня удовольствия выбора. Я буду просто немножко щипать, да. Фейворит, говорит, твое. Ну, я так особо-то и не голодная. Мы сейчас так хорошо поели. Только пищу переводить. Оказался праздничный новогодний сюрприз такой. А мальчики в перчатках работают. Что тут у них есть? 149 кексик. Что, мама? Что ты меня вот торопишь? Вот самолет через 3 часа. А ты, ну, торопишься. Что? Вот там, говорит, дают эту еду, которую он мне принес. Показываешь купон, они штампуют его, и все. Я съела этот панир. Сыр выловила. Сваровски. You remember how it was expensive? I know they're expensive. Да, такие дорогие. Смотри, говорит, на это. 3900. Так. Распродажа. 50% скидка. 2400. Будет 1200. Ну, ничего так. Ну, это, конечно, наверное, шопинг в аэропорту. Дело не очень выгодное. Не дает мне посидеть, выгуливает. Говорит, автоитинг, волкинг надо. После еды гулять. Я говорю, а давай потом после волкинг итинг. После прогулки опять будем есть. У нас еще целый купон. Новогодние елочки опять. И какой-то красавец. Из пенопласта, что ли, вырезан. Стиральная машинка. Стирать можно или продают? Maybe for sale? Нет, not. Саша пошел зарядить мой компьютер. Я тут уже и загружать принялась видео, и открыла ВКонтакте. А там с утра ответила, наверняка как ответила, открыла. 150 писем, наверное, поздравительных было. Сейчас пока доехали до аэропорта, еще 190. А уже интернет медленный, не могу, даже открыть не могу. Теперь, наверное, неделю буду открывать, потихонечку пытаться хотя бы открыть. Я хочу, чтобы он оставил и позаряжал. Потому что использую все шансы. Вон самолетики вон летают. А куда он пошел? Новости можно посмотреть. Ой, а что там такое? 14 умерло. Не хочу такие смотреть. Пойду к Саше. Мама, ты не те, кого там будешь? Ага, пойду. Что-то народ шумит, беспокоится. Такое ощущение, что рейс еще перенесли. Его с 6 на 7 перенесли. А теперь они прямо так закричали, как будто его на завтра перенесли. Похоже, буду я встречать в аэропорту Новый год. Прикольный день рождения, все веселее, чем в больнице. Однажды меня 31 декабря увезли по скорой, а всех как раз отпустили в отделение. И одна санитарка говорит, делать тебе нечего. Я говорю, ну как, делать вообще было чего, но вот прихватило. И я одна была, и бабушка лет 75, которую никто что-то не забрал. И мы с ней выпили спрайта, сожгли бумажки с желаниями, кинули в этот спрайт и выпили. Уж не знаю, там, не помню свои желания. Бабушкины тоже я не спрашивала. Народ беспокоится. Замерз. А у меня были с собой носочки. Я говорю, если ты не стесняешься, вот с собой красненькие.
я тебе дам, одолжу. А то чихать спасибо. Начал, пожалуйста, пожалуйста, мой золотой. Он теперь... А я вспомнила, как он в драмсале одевал носочки какие-то смешные, как волк. Короткие они, ему маленькие, а он их натягивает. Думаю, значит, он не стесняется, пускай носит с собой красненькие. Мне-то что-то мне не холодно. Не знаю, что он расчихался. Детки уже устали. Понятно, почему нас кормили. Да, откармливали нас. Теперь у нас предстоит голодная новогодняя ночь. Что-то народ рванул куда-то. Не, не будем торопиться, не будем торопиться. Он говорит, я их понимаю, потому что я тоже, говорит, психовал, когда там из Нью-Йорка там в Японию самолет опаздывал, и, говорит, я начал там кулаком по огню стучать зачем-то. А вот и стюардессы пришли. Ну, похоже, что дело движется. Им только не пройти. В очередь после нас теперь пилоты, стюардессы все. Ура! Ой, дарлинг, моя сумочка зацепилась, но я мчусь. Все у меня зацепилось. Но я мчусь к своему. Организовали такую очередь, никто даже не пикнет. Пока мы тут выгоняли зайца. Ну надо же, даже в самолете зайцы проберутся на твое место. Что ж такое? Международная болезнь зайчья. Да. Наконец-то нас запустили. Ой. Возможно. Ну, вообще клево, конечно. И в самолете было бы клево встретить Новый год. Везде клево. Кроме больницы, конечно. 7:20. Еще, наверное, полчаса сейчас нас будут обучать, как, если что, одевать жилетики. Ой. Но все равно классненько. Все замечательно. Мне все нравится. Да, и даже досталось место возле окна. Хотя нам машина выдавала, по-честному, местечко. Мы даже никого не уговаривали. Почему-то именно нам подали воду. Как ты? What do you think? Why they give us water? Maybe because my birthday, but they have a computer. Ну, никому же не да. Ну, все-таки вода лучше, чем ничего. Хуже, чем шампанское, но лучше, чем ничего. Happy birthday. Давай. Не, ну правда, они больше никому не дали. Да, он говорит, я хотел пить, они знали, говорит, об этом. Да все. Все хотят пить, отдали только нам. Это удивительно, просто удивительно. Нарекаю тебя шампанским новогодним. Все, буду пить. Супер. Ну все, поехали. Наконец-то. Свежуха, это хорошо, да. Ready. Софлай. Готовы для взлета. Дорогу смотрю по телефону, там разговаривают. Уже там их семьи ждут. Все нарядненькие такие. Ручками машут друг другу. По вайберам. Я только глаза закрыла подремать, а мы уже перелетели. Даже не поняла. И самолет летит, видимо, назад в Бангалор. Выгружает, загружает. Вообще никакой торжественности полета. Как будто бы на маршрутке проехалась. Обычно у меня такой душевный подъем перед полетами. Сейчас как в автобусе. Ну, я тоже смотрю, вот парни какое-то удовольствие нашли фотографироваться возле перчиков. Наверное, это интересно. А Саши пошел за тележкой. Здесь очень хорошо, прокладненько. А вот
На улице сказали 28, это почти 30, значит жара. Выловили всего один чемодан. Я говорю, у нас же всего один и был, ура! Саша смеется, говорит, Нелли, Нелли, теперь мы как Нелли путешествуем. У нас всего по одному. У нее меньше было. А вот этого мы не ожидали. Такая большая очередь на prepaid такси. Это на той такси, которая дешевая по государственным ценам. А снаружи новогодняя ночь, я думаю, там ой-ой-ой. Не знаю, каким непостижимым образом Саши получил этот талончик. Все, да, немного народу, видимо, работает. Новогодняя ночь. Тут очередь из нас ожидающих. Девушка в Калангут, а мы в Арамболь. К сожалению, нам не по пути. Можно было бы вместе. Что там? Ну, я так поняла, даже да, а? Даже заплатив в prepaid такси, заплатив деньги, такси-то не сажают, такси не содят, метро не ходят. Безобразие. Никакого порядка. Ехать даже не хочет такси в Арамбуль-то. Никто никуда не хочет ехать. А, мы должны там стоять. Не в том районе, похоже, мы стояли. Не знаю. Саши вон куда-то побежал. О, мы получили такси. Очень хорошо. Лецкам. Держи. I hold it. Понятно. Ну все, слава Богу. Теперь у нас есть такси. Баба Блессинг. Да, ура, ура, ура. Вот тайм. 10 after 9. Ага, 10 минут. 10-го. Пришлось вам поделиться. На две семьи брать машину, так и выгоднее родителям. Все, everything fine now. Very fine, yeah. ट्रेन में आप आराम से बैठ सकते हो लेकिन फिर अपना ट्रिप मीना चार महीने में दो दो पांच पांच लाख रुपए कमा लेती है ये फैमिली और कईयों के पास तो बारह बारह रूम है पंद्रह Давай. Покружились по какому-то пляжу, искали отель, ребятки, которые вот наши попутчики арендовали. Вот кое-как нашли. Не знаю. Мы-то успеем на свой Арамболь к новогодним курантам. छुट्टी मारा घर पे सोके काटने का सही बात है व्हाट टाइम डार्लिंग नाउ 10 10:45 вот индийский народ вот ужинает people have dinner late very late I see Uh-huh. Ну, особенно, да, что normally сегодня фестиваль, eat, новый год. Here, 7, 8 o'clock, but festival. Фонтан в
работает первый раз, вижу. Ну, в этом году первый раз. Ой, кого это он кричит? Уже кого-то поздравляет. Туда-туда, кято ви, бачалайка, туда-туда, кято ви. Happy New Year. Ну вот наш Рамбуль, значит, в 11 часу ночи. Водитель странный какой-то. Сам с собой разговаривает. Почти как я. Но он без камеры. То что-то посмеется. В общем, подозрительный какой-то он. Да, Рамбуль так тусит, тусит Рамбуль. Many people. Веселятся. А днем-то столько не ходит, да. Очень интересно. Bas bada idhar mod aaya left se jana